прямо в Тисе и в Монастыраке, напротив входа, ведущего к месту археологических раскопок Древней горы, в месте, где раньше и простирался район Власарас, возвышается храм Святого Филиппа. Название района произошло от храма Панагии Власарас храма, построенного на краю скалы Акрополя, сегодня место Древней горы, который был снесен в 1930 году во время ведения археологических работ. Вместе с храмом исчез и район Власару, который, согласно переписи 1824 года, насчитывал 66 домов и простирался до середины прямой линии, определенной древним храмом Гефеста. Согласно научным источникам, на месте, где сегодня находится храм Святого Филиппа, возвышался другой храм. Первый храм, вероятно, был трехнефной базиликой 9 века, построенной в том месте, где проходила древняя улица 100 и заканчивалась на улице Адриано. В настоящее время так называемая улица Агес Филиппу является продолжением улицы Карайскаки и следует по маршруту древней улицы 100, благодаря которой рынок снабжался сельскохозяйственной продукцией и которая соединяла Агору с афинскими воротами Очарник. Храм Сф-Филиппа был построен на месте прежнего храма, который тоже назывался храмом Сф-Филиппа в Ласарус. Старая церковь Святого Филиппа с течением времени была непоправимо повреждена. Храм пострадал, основной ущерб был нанесен действиями Кютахи Паши 1826-1827 во время осады Афин. За годы освобождения города от османцев храм восстанавливался, но основные работы, проведенные в 1866 году, изменили облик храма. При проведении археологических работ на древней огоре храм Панагии в Ласару был снесен. Множество реликвий и переносных икон были перенесены в храм Сф-Филиппа и реликвий из других храмов, которых постигла та же участь. В 1961 году в храме вновь проводятся восстановительные работы, которые подчеркнули первоначальную форму храма. Трехнефную сводчатую базилику с простым алтарем на западной стороне и шпилем на юго-западе. Особого внимания заслуживают фрески в алтаре. Ниши алтаря и боковых стенах, сделанных агеографом Н. Василопулосом в 1965-1970 годе. Димитрис Кидакас, ученик Фотиса Кандоглу, расписывает стены и потолок. Необычный иконостас из дерева ручной работы, а также архиерейский трон в новоклассическом стиле, датируется 1842 годом. Иконы иконостаса, работы второй половины 15 века, соответствуют технике данного периода, что заметно в ликах и одеяниях. В храме хранятся почитаемые иконы Панагии Власару из Впараскевы, которые находились в храме, на месте которого построен храм Сф-Филиппа. Также в храме находится частица мощей Сф-Филиппа, которая была передана в июле 1989 года из храма Санта-Луш-Инсилси в Риме.